Среди микстур и таблеток Людмила Дорошук находится без малого 36 лет. За это время аптека номер 2 стала ей вторым домом. Рецептар со стажем без совета нужных лекарств и пожелания здоровья не отпустит ни одного клиента. По словам Людмилы Николаевны, доброжелательное отношение к людям – это хоть и не панацея, но одно из составляющих хорошего самочувствия. Я очень довольна, я счастлива, что я именно этой отрасли работаю. Я люблю помогать людям. Меня это радует, если мое слово, мой совет доставляет людям пользу, радость, выздоровление. Меня это очень радует. Кроме того, что аптека номер 2 славится первоклассным обслуживанием, на ее полках представлен широчайший ассортимент лекарственных препаратов. Это витаминные комплексы и противопростудные, и жаропонижающие средства для взрослых и детей. Также в этом году в противопростудном мире появились новинки, которые уже сегодня можно найти без труда. В общем, без лекарства от приставучего вируса не останетесь. Новые белорусские препараты – это иммунобикс, который выпускает Интеркапс, и иммунозин – это два препарата, которые повышают иммунный статус организма, то есть идут для профилактики, но если уже заболел человек, и для лечения. И Ринзип – таблеточки, это наши тоже и Борисов выпускает, это вот как бы они добавились в копилку наших белорусских препаратов для лечения простудных и вирусных заболеваний. Любой доктор скажет, что в борьбе с гриппом и ОРЗ одних лекарств мало. Профилактика – это то, что играет первую скрипку в отражении вирусных атак. Наша съемочная группа решила узнать, как горожане готовятся к сезонным простудам. Для того, чтобы защитить себя от вирусных всех заболеваний, необходима профилактика, поэтому в течение периода, когда начинается осенний сезон, я стараюсь употреблять противовирусные средства белорусского производства. В этой аптеке представлен широкий ассортимент этих средств, поэтому и себе, и детям покупаем противовирусные лекарственные средства. Поэтому, чтобы ненавистный насморк не застал вас врасплох, врачи и фармацевты советуют заранее позаботиться о пополнении запасов домашней аптечки. Тем более, что аптечная сеть города над Бугом находится в полной боевой и готова победить вирус романтичной, но от этого не менее коварной в плане болезней пушкинской поры.